так. Это первое у нас. Входим в канализацию. Вот у нас начинается наше новое приключение. Пошли, пошли. И опа, все открыли. Блоки. Так, пока все просто, легко и просто. Вошли, тут все обрушено. Ох, сейчас мои акробатические этюды пригодятся здесь. А внизу там, по-моему, это сокровище. Но мы туда не пойдем, нам там делать нечего. Вот за стенку нам надо всего лишь перебраться-то. Оп. Раз, раз. Так, так, так. Вот видите. Надо-то было всего лишь за стеночку. Один. Оп. Да не, не, нет, вот так. Какая прелесть. Чё, и попал же. Сколько нам еще стоять здесь, Сансоне? Я совсем замерз. Чего ты хочешь, Иларио? Сеньор Паци щедро платит нам за то, чтобы мы сторожили вход. Не бойся, мертвецы тебя не укусят. Скорее бы домой и рассказать Елене, сколько денег мы сегодня заработали. Так, они ушли. Надо искать путь. Сейчас найдем систему рычагов. Только как они это сделали, я не знаю. Оп, оп, оп. Давай. В сторону. Еще разок. Блин, я даже не знал, что он там есть. Вон он! Это вряд ли. Проклятие. Он вон он! Тихо. Все. Теперь это не я. Блин, я думал, тут залезть можно. Ну, по идее, вот эта же штука для чего-то есть. И, наверное, тут залезть можно было бы все равно. Потом сверху на него спрыгнуть. Оп. Так, внизу у нас вон сундуки, но мы туда не пойдем. Давай, заходи. Что поменялось? Так. Ага. Яволь. Мы вас есть понимать. Да-да-да, я уж понял. Какого хрена ты прыгнул? Идиотию. Вот как с тобой бороться? Эх.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а у него, интересно, сзади не закроется? Нет, эта штука. Блин, с этого-то края никак не залезть. Ё-моё. Ладно. Не впервой. Оп. Давай. На. Опа. Так, тут что-то есть, нету? Да куда ты прыгнул-то, дебил? Так, ладно. Что-то вроде такое простое, все из этого тырка. Который любит прыгать. Что с тобой случилось? Так, вот. Все открыли. Мерда, дверь. Оставайся здесь, я проверю, в чем дело. А говорили, что будет легко. Говорил, тебе не нужно было сюда приходить. Если я что-нибудь услышу, то побегу на другой пост. И да поможет мне Бог. Убивать-то мне их не обязательно. Так. Хопа! Мы его поймаем! Туда, бей его! Да какой бей? Сансоне! Я вернусь со стражей! Побежали! Да, да, кажется, они отстали. Этого-то можно даже в расчет не брать. Оставь меня в покое! Прочь с дороги, кретины! Так. Я бегу быстрее, чем он! Так вот в том-то и проблема. Что ты бежишь быстрее, чем я. И как бы вы ни гнались, вы его не догнали бы. Беги быстрее! Вау! Вот сюда. Блин, я не так прыгнул просто. Даю ему передышать. Передышку вон. Давай. Опа. Вот так надо. Выход. Наконец. Сюда. Оставь меня в покое. Да если бы. Да. От меня бы это зависело. Давай. Стража, к оружию! За мной гонится ассасин! Блин. Я, по-моему, ни разу его не догонял. Возможно ли вообще такое? Так, ладно.
Зачем? Куда это ты собрался? Вперед! Тихо. Делайте то, чему я вас учил. Так, первого зарубили. Это бегуна мы зарубили вот. Давай. Помните, чему вас учили? Давай. Я тебе горло перережу. Нет, не перерезал. Давай. От тебя даже праха не осталось. Почему я не могу его зарезать? Себе не уйти. Неплохо. За ним! На. Должен горло быть перерезан. О, так у тебя сильный удар еще. Тебе не уйти! Почему не уйти? Блин, я хотел тебя схватить, попробовать горло перерезать. Так. Вот сюда бежим. Открываем, подслушиваем. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat sempre. Говорит на иностранном языке. Grazie, padre. Бернардо. Спасибо, святой отец. Мечи, дубинки, топоры, луки, доспехи. Наши люди ни в чем не будут нуждаться. Значит, Папа Римский дал свое согласие. Он благословил нас, но с условием, чтоб никто не погиб. Утром мы пойдем к собору, сеньор. Сети расставлены. Правда, это было нелегко. Его брат то и дело меняет планы. Си, нам нужно потрудиться, иначе завтра Джулиана вообще не встанет с постели. В чем дело, Якопа? Думаешь, они что-то подозревают? Невозможно! Медичи слишком горды или глупые, чтобы что-то заметить. Или то и другое. Не стоит недооценивать наших врагов, Франческо. Или ты забыл, как погиб твой собственный сын? Маэстро, на этот раз мы будем готовы к неожиданностям. Клянусь! Молто бене, мне пора. Нужно разобраться с другими делами до возвращения в Рим. Господа, завтра над Флоренцией взойдет новое солнце. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Идем, идем. Смотри, точно такая же статуя была на вилле Аудиторе. Похоже, я нашел одну из гробниц ассасинов, о которых упоминал дядя Эцио. Теперь, когда нам известно, как попасть в гробницы, я занесу их координаты в базу данных. Берем первую запчасть. Все. Выходим. На выход. Действие совершено.
Пер фавор, не трогай росписи на стенах. А когда твои люди будут красить крышу, постарайся, чтобы не пострадали реликвии наверху, в лантерне. Они очень ценны для нашей церкви. Да, да, падре. Только не забудь заплатить нам за работу. Бене, если я упаду, у меня будет запасной вариант.
Неплохо вошел. Так, я родился в маленьком домике на берегу моря. Так, едва научился ходить, а стал моряком. Я обошел всю Атлантику. Сначала как юнга, а потом как матрос на корабле патрона моего отца, сеньора Марко Поло. Мне нравилась такая жизнь. Марко Поло? Ну, пойдем. Опа. Да нет, не так. Вот так. Если это открылось, значит я могу уже здесь. А, поди было звук отключить, чтобы молча проходить. Так, однажды, когда я искал работу в порту, я повстречал девушку и полюбил ее. Ей было 20 лет, и в ее глазах я видел целый, милый, огромный и прекрасный. С тех пор, всякий раз, как я уходил в море, мое сердце оставалось на берегу вместе с той девушкой, которая стала моей женой и с нашим маленьким сыном. Хорошо. Однажды тем летом сеньор Поло пригласил меня к себе в кабинет. Там был мой отец. И незнакомый пожилой человек в необычном плаще с капюшоном, старик молча наблюдал за нами. В тот день моя жизнь изменилась навсегда. Мой отец рассказал мне, что он ассасин. Сняв кольцо, он показал странную отметину у себя на пальце. Я объяснил, что наша семья принадлежит к древнему ордену, который защищает человечество от опасностей. Он молчал, я тоже. Тогда сеньор Поло вышел вперед и сказал, что незнакомец в капюшоне станет моим учителем, а я за это отвезу его в Испанию. Так началось мое ученичество у Данте Алигьери. И закончилось все хорошо, что было у меня в жизни. Вот так. Ну ладно. И...
Надо успеть, да? Да, блин, промазал. Ладно. Плыви. Сейчас заново тут заводить надо. А тут скорость нужна. Ладно. Поехали. Опа. Так. Пробежали. Ну, давай, падай. Читаем. Готовясь к поездке, сеньор Альгиери неоднократно навещал меня. Поначалу мы обсуждали закупку провизии в дорогу, но затем он начал говорить со мной о высоких материях, о жизни, любви, чести и справедливости. Он объяснил мне, что общество устроено таким образом, чтобы контролировать людей, не давать им думать и видеть истину. Вскоре я понял, что правители манипулируют подданными и что народ имеет право на свободу. И именно тогда Данте начал показывать мне страницы из книги, которые сеньор Поло привез из дворца великого Чингисхана. В этом манускрипте под названием «Кодекс» говорилось о нашем ордене, об ассасинах. Ну, пойдем. Так, ага, потом сюда надо будет. Значит, мне воду надо просто. Ладно. И плыть, плыть, плыть. Давай. Успел. Раз уж сюда показывал было. Стой, 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 слезь. Мокрый такой весь. Давай, сейчас высохну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Поднимайся. Я даже не знаю, где я. Давай заново. Все, я понял теперь, как надо. Так. Да куда ты? Такой олень. Ой-ой-ой. Какой долгий путь меня ожидает. Так. Так. Это первый рычаг. Охренеть. За каким хреном я сюда иду вообще? Будьте здоровы, живите богато. Так. Нет. Вот так.
Давай, давай, давай. Вылазь. Прочитаем. Наше путешествие... Ладно, это на паузе читайте. Я-то знаю его историю. На паузе и потом прочитайте. Как он стал ассасином. Сейчас мне бежать надо. Да. Очень. Да нет. Закрылась, да? Блин, блинский. Ладно. Не гордые. Куда там надо нам? Еще разок пробуем. Вперед. Ставим на паузу, читаем. Дергай. Тихо, тихо, тихо. Вообще можно, нет? Можно. Что ты, сундучок? Я-то думал, найдено секрет. Это еще и секретный образ. Ладно. Нам сюда. Куда мне потом идти? Так. Так, а где завод-то у него? Посмотрим, где его заводить надо. Я что-то упустил. А, вот он. А я даже не дернул, да, рычаг побежал. Да, я только что проскакал по этому пути. Да я ж твою мать, да ладно. Заново попробуем. Ну можно же, по идее, чем-то застопорить. Бежал. Читаем, ставим на паузу.
Давайте возьмем, поговорили. Лаги были или что? Что-то я не понял, мне что, вот ради этих денежек что ли только здесь? Что за бред? Чтоб тут что-то такое взаимодействие-то было. Просто 3000 денег. Но тем не менее, показано было, ладно. Где-то я уже его видел. Вот он! За ним! Я знаю его. Куда он делся? Хочу! Он там! Быстро! Вон он! За ним!
Куда он подевался? Убить или не уйти? Быстрее, он уходит! Эккола, быстрее, за ним! Я знаю этого человека. Я уверен в этом. Проклятие! Он уходит! Вон он! Бей его! Сначала мы тебя поджарим, затем отрубим пару конечностей. Зачем этот капюшон? Что он скрывает? Хочу! Куда это ты собрался? Вон он! Так просто ты не отделаешься! Вон он! Бей его! Отвали! Ugh.
Я убью... Вот он! За ним! Тебе не уйти! Сначала тебя слегка вздернут. Уберут чуть-чуть воздух и что-нибудь отпусти. Что за... Так, вот еще одна гробница. Находится она вот здесь вот. Давай. Заходим. Что-то новенькое. Так, какое на это у нас испытание на этот раз? Что-то на скорость? Ага, принять, конечно. Давай, прыгай. Идите к сторожке. Да не туда. Вот так. Да нет, блин, да развернись ты, дебил. Вот так, опа. Сюда. Вот теперь у нас начинается. Бегом. Блин. Да что ты, дебил-то такой, не можешь попасть ни в одни ворота, что ли? Опа, ну вот. Оп. А куда тут? Смотрим. Так, вниз-то точно нет, потому что нам сюда потом обратно заползать. Ну-ка. Это нам сюда? И сюда? Нет.
Так, да куда ты прыгнул-то, дебил? Оп. Нахрен мне этот сундук ваш нужен. Не берет, ладно. Смотрим, смотрим, как тут. Наверное, поднырнуть надо. Удерживайте нажатой, чтобы плыть под водой и плыть под препятствием. А, ну все-таки я был прав. Просто я не знал, как это сделать. Так? Потому что... А почему я не допрыгиваю? Так. Нет, не так. Что-то маленько не так. А, вот так вот. Все. Не-не-не-не-не. Так. Давай. Ползи. Еще немножечко осталось. Самое главное не упасть, потому что неохота подниматься с самого низа. Давай. Ну, этого мы сейчас уберем, без проблем. Но этот тоже мне не соперник. Еще башку себе фонари сносит. Вау, бомб. Тут какие-то скрытые были. Знакомые люди? Где я его видел? Зачем ты здесь? Мне сказал. Он момент. Эй, ты, в капюшоне, куда он подевался? Экколов чар, от Ванон! Опа! Вот и все. Следующий. Хочу! Он там, вперед! Нет. А черт! Экколо! Быстрее! За ним! Да! Все, успокоились. Хоп! Да тихо, ты тихо! Поднимаемся наверх. Так, куда мы не поднимемся? Ну-ка. Да нет, какой прыгать-то? Ты давай. Понятно. А мне наверх. Как? Да стойте. Что? Открыть вот эту дверь. Ты мне верь или не верь.
где-то видел. Вон он! Бей его! Ну давай. Оп, подрезал. И вот так. Вот и все. Русские бойницы. Поехали. А мне вообще надо было его убивать? Там вниз куда-то можно было. Так. И... Да почему сюда-то ты прыгнул, дебил? И... Оп. Так, до следующей. Ох, как и мне петлять-то придется. Так. Теперь тут. Ладно. Узнали, как это работает. Так. Оп. Оп. Так, тут главное не лохануться. Не хотелось бы потом сначала продвигаться этот путь. Давай ты, сильный малый, я в тебя верю. Так. Ну вот мы вошли. А, и это еще не все. Точно, вот я искал вот это место, вспоминал, где оно. Оказывается, это в темнице. Ничего. Подойдешь сюда. Опа! Я знаю его. Это точно. Эй, Аджу! Быстрее, черт побери! Вот он! Бейте его! Оп. Блин, все-таки смотрите, меня задел. Целый один квадратик отнял. Смотрим, что мы здесь можем. А ни хрена. Вот сюда только. Это мне не интересно, мне он тот интересен. Это вряд ли. На! Вау! Иди-ка ты от меня подальше. А ты бы не уходил? Отлично смотреться на пи. Эколо! Там! Там! Так. Давай-ка заберу у тебя топорик. На. Как тебе такое? Перепугал меня до чертика. Фу, скотинка какая. Так. Здесь я не допрыгну. Тут я не допрыгну.
все-таки правильно. Так. Ага. И как мне это сделать? Так. Оп, нет. Подождите, вот. Вот как. Маленько в другую сторону. Так, ну меня бы он камнями сбил. Я бы... не успел бы. Ну вот он. Так сказать, выход. Я так думаю. Сколько можно лазить? Не может он бесконечно ползать везде. А нет, смотрите-ка, еще вот что-то есть. Специально для меня. Оп. Да. Да, вот вообще не так. Этого я не успеваю. Давай быстрее. Из-за этой камеры альтернативной. Так. Да, блин. Вроде не сложно, но вот из-за того, что камера так это мелькает влево-вправо. Давай, 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 поднимайся, да поднимайся ты. Откройте саркофаг. Ну, вот так вот. Говорю, это все из-за альтернативной камеры нахрен. Взяли еще одну. Пойдем через канализацию, выходим. Опа. Давайте с вами пройдем эту гробницу. Думаю, я к этому готов. Ой, это самое такое муторное, но мне надо спешить, спешить и спешить. Конечно, принять. Так, 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 я уж немножко подзабыл, конечно.
как тут все это работает. Так. Ну давай посмотрим, как оно тут устроено. Вот 4 штучки. Надо собрать рисунок. Так. Для начала сюда. Налево, направо, куда оно? Ну давайте предположим, что в эту сторону. Нет, не в эту, или в эту. Так. Да блин. Ну-ка еще разок посмотрим. Опаньки, да опаньки. Я считаю, что я правильно иду. Только куда вот мне? Надо завести. А, подождите. Вот что я, блин, туплю-то, надо же на эту встать. Как я понимаю. Давай. Так, вот сейчас мне покажут, как мне надо бежать. Так. Посюда, посюда. Наверх. Вот она. А вот отчет идет. Ага, хрен там. Подождите, заново. Могу я заново завести ее? Или надо ждать? Так. Заново завел. Ладно, будем играть по вашим правилам. Сюда. Перепрыгиваем. Да куда ты, блин? Давай по головам. Давай, 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 давай. Не стесняйся. Туда залез. Вот так. И поехали. Первое есть. Так, ладно. Прыжок. Больно. Ну кто? Вот такой у нас перевести путь. Идем дальше. Блин.
Давай вот это, по-моему, самое такое прыгучее будет у нас, нет? Ну да, здесь надо успевать. Так, беги тут быстрее, Калич. Опа. Так. Тут вот. Опа. Давай, 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 давай. Наверх. Давай еще, 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 еще. Бегом, бегом, бегом. Нет времени на раздумья. Опа. Да блин, вообще не так. Блин, вот с этой проектировкой. Да блин. Да как так-то? Ты первый раз даже лучше летел. Вот так вот. Все, все, успел, успел. Пойдем. Опа. Так, так, так. Это нам как? Что-то закрутило, закрутило нахрен, ни хрена не понимаю. Так, ни хрена не понял, куда нам надо. Сюда, что ли? Встаньте. Ну-ка еще разок. Подожди, подожди, нет, я ни хрена не понял. Еще разок. Маршрут покажи. Нет, маршрут бы показала. Так, ладно. Вот это же для чего-то стоит. О. Ну что, правильно, иду. А, я же здесь ходил. Вот так вот. Сейчас он затеет цепануться. Тянуться. Все, понял. Вроде ничего сложного-то и нету. Тут главное не запутаться, куда бежать. Тихо. Давай, давай, давай. Блин. У вас все так замучено, ты не все как у людей. Да блин. Давай. Опа. Да вообще не так. Ладно, сейчас заново зарядим его. Какой-нибудь, блин. Так. Надо альтернативную камеру включать. Я так думаю. Попасть на этот, блин. Чтобы попасть на нее, надо альтернативку включать. Опа. Оп, оп. Давай, 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 давай.
быстрее. Ну да, он, видно, даже альтернативку показан, что-то я не воспользовался этим. И еще одну запчасть повернули, осталась последняя. Поехали. Какая осталась? Вот это. Так, ты как? Налево уходить. Прыгаем, прыгаем. Потом как-то это сюда надо переходить. И блин. Ты будешь висеть где-то посередине. Так. Опа. Пошли. Раз вы так наставите, чтобы я прыгал по всем вот этим штучкам. Не буду вас разочаровывать. Подожди, подожди, не. Это опять режим альтернативной камеры, заметьте. Оп. Блин, не допрыгнул. Надо еще выше подняться. Так. Так вот. Чуть-чуть повыше надо было подняться. Ну. Настоящая гробница. Беги, беги. Опа. Ну неплохо. Да стой, 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 стой. Немного осталось. Лишь самая малость. Пока. Так. Пойдем, зайдем. Пройдем. Последний это из гробницы или нет? Не помню. Ну то, что очередная, это факт. Ну давай. Ну, конечно, принять. Пойдем. Вниз. По-моему, там что-то шевелится, вон в том стогу. Садись. Мы же не можем прерваться посреди игры. Нет, нет, я что-то видел. Точно видел. Ты все время так говоришь. Ха-ха-ха! Ты был прав, Феминуча. В стогу действительно что-то было. Не надоели твои шутки? Это не смешно. Меня... Так... Я уж понял, оставь что... Оставь меня в покое! Посюда. Беги быстрее! Оставь меня в покое! Оп! А тихо ты. Догнать-то тебя все равно не догонят. Он меня не догонит. Да я знаю. Уж так построено это. Пойдем. Оставь меня в покое! Пойдем. Беги быстрее! Торопиться-то не надо. Зачем ты цепляешься? Да уйди ты, блин! Я бегу быстрее, чем он! Что тебя тут развернуло-то? Да, да. Кажется, они отстали.
Оставь меня в покое! Нифига, он бежит, у него столько ловушек тут заготовлено, все для меня. Сюда? Найти выход, или мне конец. Да отпустись ты, блин. Да. Вы что так специально сделали, чтобы он идиотизмом занимался? Оставь меня в покое! Давай, как бы си быстро я не бежал, он всегда будет Стража, впереди. Стража, к оружию! К оружию! Убейте ассасина! Ну давай, давай, ползи. Оп. Так, а вот теперь давайте. Да подождите. А, у меня нету это. Ладно. И метательных нету. Давай. Мне надо зарубить сначала одного. Да тихо вот. Давай. Вот, блин. Да. Да, блин. Его измотает, парни. Всех нас. Подожди, 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 да как? Ты минуты не продержишься. Бумк. Так, вот видишь. Так. За спину заходим. На. На. Скоро у тебя будет отличное занятие. В тебя будут швырять камни дети. Вау! Да. А, он сам, да? Ну ладно. Ага. Вы хоть думали, что я не попаду сюда, а я взял и проник. А, и это еще не все. Куда бежать? Так. А, точно, надо сделать под круг почета, там прыгнуть на штучку, чтобы какая-то штучка выдвинулась. Да-да-да. Это ж пипец, вон она. Оп-пан. Первоначально-то вот сюда. Блин, не туда. А как там? Через стену, наверное, прыгать надо. Ладно. Запускаем заново. Оп, прыгаем. Вот так вот. О! А!
Вон оно что. Вон оно что, Михалыч. Да куда ты пошел-то? Блин, вот хреново, если... А, нет, смотрите-ка. Иби. То есть это альтернативные камеры тут. Так. И прыжок. Мне же еще надо успеть по скорости там. Где тут? Ну вылазь давай. Блин, все, не успел. Ладно. Так. Это все должно было выглядеть. Вот так. А сейчас, когда я не успел. Мне опять придется. Ну ладно. Возможно, с первого раза ни у кого не получалось проходить эту штуку. Давай. С какого хрена ты назад-то прыгнул? Блин. Вылазь. Да нет, 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 слазь. Такой шустрый там, где не надо. Так... Выключи там, где надо, шустрый. Да почему вот опять? Я ж тебя в другую сторону-то разворачивал. Да бегите нахрен. Запускаем систему опять. Так. Не туда. Почему ты туда-то прыгаешь? Почему ты прыгаешь-то туда? Пойди. Вот так вот. Вот. Да, нет. Как ты пробежал мимо-то? Почему? Хотя я тебя не понимаю. Ты какой-то неуправляемый стал. Разбалованный, что ли? Разбаловал я тебя. Вот здесь не ошибиться. Вот так. Вс.
Все, правильно сделал? Последнюю повернуть надо. Я так думаю. А, она сама. Ну? Давай, вылазь. Берем последнюю запчасть. И вылазим из этой канализации. Нам никто не препятствует.